Остановка. Площадь 50 лет Победы. Следующая остановка. Улица Корнетова. Записывайся на службу по контракту. Получим единоразовую выплату 395 тысяч до 200 тысяч рублей ежемесячно. Звони прямо сейчас по телефону 117, а также 256-84-05, код города 391. И узнай все подробности. Запишись на службу по контракту. Остановка. Улица Корнетова. Следующая остановка. Возрождение Кредит. Улица Московская. Уважаемые пассажиры, на выход из автобуса готовьтесь заблаговременно. Остановка. Возрождение Кредит. Улица Московская. Следующая остановка. Улица Мичурина. Остановка. Улица Мичурина. Остановка. Улица Волгоградская. Уважаемые пассажиры, во избежание травматизма, убедительная просьба держаться за поручни. Остановка. Улица Волгоградская. Остановка. Завод Сибтяжмаш. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы. Поступайте местно беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам зимой.
Остановка. Завод «Сибтяжмаш». Кинотеатр «Металлург». Записывайся на службу по контракту. Получи единоразовую выплату в 595 000 и от 200 000 рублей ежемесячно. Звони прямо сейчас по телефону 117, а также 256-84-05, код города 391. И узнай все подробности. Запишись на службу по контракту. Остановка. Кинотеатр «Металлург». Следующая остановка. Стадион «Авангард». Уважаемые пассажиры, во избежание травматизма, убедительная просьба держаться за поручни. Остановка. Стадион «Авангард». Следующая остановка. Рабочий поселок. Остановка. Рабочий поселок. Остановка. Рынок Мазги. Уважаемые пассажиры, в случае отсутствия кондуктора оплата проезда принимается водителем на остановочном пункте. Остановка. Рынок Мавии. А мужчина, давайте здесь.
Дом творчества. Уважаемые пассажиры, на выходе из автобуса готовьтесь заблаговременно. Остановка. Дом творчества. Остановка. Оптика. Остановка. Оптика.